Доброе утро. Что вам угодно? Нам нужны тренажеры для гимнастического зала. Конечно, конечно. Что это? Это для грудной клетки. На вилле. А это? Для развития спины. Вот, глядите, тяните вниз. Не понял. Для мускулов груди. Даете нагрузку нижней части тела. Это легко. Здравствуйте, я менеджер. Меня зовут Стайн. При помощи этих приспособлений. Ступайте за ним. Вот, даже я могу справиться. Потом увеличивайте вес. А это у нас штанга. Вот, попробуйте. Это мяч для тренировок? Популярен в Америке. Удобно держать в руках. Годится для всей семьи. На нем можно сидеть. Можете показать? Запросто. Можно слегка подпрыгивать. Подтягивание, упражнения для рук. Падайте на спину, делайте ногами вот так. И, наконец, упражнение для ног. Просто толкайтесь, снова сидите верхом. Тренируйте брюшные мышцы. А чтобы встать, если не получается, смените положение. Так, теперь для живота. Выжимание в упоре или вот так. Так. Или вот так. Выходит, вот таким макаром. А если и так не... Чудесно. Неужели у вас получится? О, нет. Мне что-нибудь попроще. А что вы еще умеете? Это труднее, чем вот тот снаряд. К примеру, батут. Да нет. Батут труднее? Да вы шутите. Гораздо труднее. Один, два, три. Нет, нет. Покажите же нам. Три. Теперь вперед. Один, два. Может, обучите меня аэробике? Ваш капучино. Как здорово, но это слишком трудно. Этот парень не работал клоун? Мне так весело. Иди же ко мне. В церкви. Думаю, у него бы получилось. Куда же ты? Постой. Не. Мы уходим, дорогая. Подожди.